столице Зимбабве, городе Хараре, запретили все общественные собрания. Всему виной вспышка холеры. Погиб уже 21 человек. Перед этим власти из-за распространения заболевания ввели чрезвычайное положение. У меня болит живот, рвота, измучила головная боль, а еще у меня кровотечение. Приехала сюда, получив звонок о том, что мой сын здесь. Мы потеряли столько людей, это больно. Нам сложно даже оплакивать их в такой обстановке. Мы призываем власти ускорить их старания, потому что боимся за наших детей, которые ходят в школу. По данным Министерства здравоохранения, холерой заразилось более 3000 человек. Болезнь уже распространилась за пределы столицы. Это самая сильная вспышка холеры с 2008 года. Тогда в стране было более 40 тысяч зараженных, 4 тысячи человек скончались. Люди испытывают трудности с питьевой водой. У нас здесь вспышка холеры, и скважину, которую мы использовали, закрыли. Мы остались без питьевой воды, и нет другого выхода, кроме как искать воду в зараженных районах. Так будет сложно предотвратить новые смерти. Сколько продлится запрет на общественные собрания, пока неизвестно. На днях главный оппозиционный лидер Зимбабве Нельсон Чамиза собирался провести митинг, на котором должен был принять символическую президентскую присягу. Теперь это ему не удастся.